Lionsgate Films и Sobini Films при поддержке Inferno International. Производство Sobini Films. И MHF Zweit Academy Film. Мирный воин. Основана на реальных событиях. Ты так тяжело дышишь. Просто сон. С тобой все хорошо? Ты хочешь, чтобы я ушла? Нет, останься. Я пойду пройдусь.
Вы же знаете, что у вас разные туфли, да? Один из них поновее. Что-нибудь еще? Спасибо, что заглянули к нам. Черт, как ты это сделал? Как ты туда забрался? Крепитесь, парни. Мы идем, крошка, давай. Кто-то из нас должен заняться этим. Ага. Кто-то из нас уже. Привет, Дори. Привет, Томми. Привет, Дэн. А это неплохо выглядит, правда? Спасибо, Треф. По сравнению с многими другими девчонками, балбес. Как они все могут быть в меня влюблены? Действительно, как это? А вот и они, джентльмены. Ох, мамочка моя! Какая у нее улыбка. Ага, похоже на рекламу зубной пасты. Самые белые зубы из всех, что я видел. Быстрее, быстрее, толкайся сильнее. Наклон, хорошо, хорошо, Дженсен. Усердно работаешь, и появится результат. Прекрасно, Кайл. Замечательно. Кто еще мне покажет сегодня что-нибудь, а? Хорошо, Милман. Чудес. Теснее, ниже плечи. Держи теснее. Хорошо, хорошо. Я вам хочу кое-что показать. Не трать силы, держи рот закрытым. Хорошо. Милман. Милман! Простите, тренер. Простите не значит ничего. Я могу это сделать. Я работал над этим. Подойди ко мне. Никто на этой планете не может сделать то, что ты пытаешься. Ты не сравним там, Дэнни. Ты лучший, я видел. Ты способен получить более высокий разряд, чем в прошлом году. И ты добьешься этого, если не прикончишь себя прежде. Томми, твоя очередь. Что он пытался сделать? Непрерывный тройной кувырок перед соскоком. Кто-нибудь вообще это делал? Не-а. Поэтому он и пытается это сделать. Хочет стать властелином колец. Но скорее Милман просто вывернет себе руки. Хорошо. Следующая квалификация через 6 недель. И вы знаете, что я сказал. Не думайте, что все получится только потому, что вы симпатяшки умеете делать стойку на руках. Вы думаете, я шучу? Кроме того, у меня есть съемка ваших соревнований, которые вы должны еще раз пересмотреть.
Чем могу помочь? Как вы это сделали? Ты любишь все объяснимое. Не так ли? Как поживаете? Послушай, это здание высотой в 10, а то и в 12 футов. Ни один человек не может прыгнуть выше, чем на 3-4 фута. Я знаю, я гимнаст. Самый жесткий спорт в мире. Многие этого не знают. Спартанцы в Древней Греции тоже были гимнастами. Они перескакивали через быков, тренировали своих лучших воинов таким образом. Ты знал об этом? Я знаю больше, чем ты думаешь. А думаешь ты больше, чем знаешь. Но знание и мудрость не одно и то же. Да? А в чем разница? Ты знаешь, как протирать ветровое стекло? Ну? Будь мудр и сделай это. Я тренируюсь 7 дней в неделю, 50 недель в году. Зачем так много? Ты серьезно? У меня квалификация на носу. Квалификация на что? Смотришь Олимпийские игры? Нет. Спасибо, что заглянули к нам. Слушай, даже будучи таким умелым, как я сейчас, я должен сделать все возможное, чтобы пройти квалификацию. Тебе еще много предстоит узнать, прежде чем ты поймешь то, что ты видел. Давай, спроси меня. Спроси меня что-нибудь. Спроси меня что угодно. Ты счастлив? Ты сказал, что я могу спросить все, что угодно. У меня есть все, чтобы быть счастливым. Да неужели? У моего папаши куча денег. Учеба просто пустяк, у меня только твердые пятерки. У меня хорошие друзья, я в прекрасной форме, и я сплю один только тогда, когда действительно этого хочу. Так что же тебе не спится? Вчера ты пришел сюда в 3 утра, сегодня ночью, уже 2 ночи подряд. Ты что, один из этих доморощенных кухонных философов? Тебе нужна философия? Нет, спасибо, с меня хватило в школе. Последний вопрос. Если не попадешь в олимпийскую сборную, что сделаешь? Если что? Ты же думал об этом. Черт, о чем ты вообще говоришь? В чем проблема? Я даже не знаю, что я тут делаю. Ты чокнутый. Мне не нужны твои чокнутые идеи. Твой выход, Милман. Эй, привет, красавица! Так вот как вы развлекаетесь? Слышал, ты и Дори неплохо провели прошлую ночь. Это правда? Она сказала. Это правда? Мы вроде как друзья, а? Что именно ты имеешь в виду? Что ты ведешь себя со своими друзьями, как с грязью. Кто-нибудь, снимите мое пиво. Кто-нибудь, снимите мое. Парни! Эй, Дэн, да что с тобой? Такими друзьями, как ты, и враги не нужны, да, Дэнни? Остынь. Ты что, хочешь подраться с Томми? Да кем он себя возомнил? Он зол на тебя, понимаешь? Это правда? Я думал, что Дори пройденный этап. Хорошо?
Так что извини, если она сама постучала ко мне в дверь. Почему? Почему, Дэн? Послушай себя, Дори была девушкой Томми. Я сказал, я думал, с ней кончено. Возвращайся к вечеринке. Хорошо. Да, я пойду. Эй! Хочешь выпить? А ты ничего. Боже! Сьюзи, ты в порядке? Да. Прости. Что такое? Опять не спится? Что бы ты ответил, если бы я сказал, что вижу эти туфли во сне, которые мне постоянно снится? Я бы сказал, что ты все еще спишь. Ты можешь прожить всю жизнь и даже не проснуться. Эй, Сократ! Если ты такой умный, почему работаешь на заправке? Это станция обслуживания. Мы предлагаем услуги. Нет высшей цели. Чем заправлять? Чем служить другим. Эй, как дела? Японский стиль. Так ты знаешь Сократа? Ты так его называешь? Уверена, ему это нравится. Ты тут все время ужинаешь? Вообще-то я думала, это для тебя. О, вижу, ты уже познакомился с Джой. Привет, большой Будда. Привет, маленький Будда. Джой, это Дэн. Уже познакомились. Сократ. Сократ. Bon appétit. Ты голоден? Джой готовила. Живет где-то рядом? Типа родственница или как? Пора бы уже задавать лучшие вопросы. Что? Притормози. Почувствуй вкус.
Уверен, у тебя есть куча правил на этот счет. Нету правил. Зато есть большой жизненный опыт. Так что я сказал бы, что ты ешь как неряха. Кого волнует? Тебя. Вот в чем разница между нами, Дэн. Ты тренируешься в гимнастике, я тренируюсь во всем. Если бы я был твоим тренером, никакого мяса. Серьезно? Никакого. Думаю, я бы пережил. Ни телевизора, ни выпивки, ни наркотиков, ни секса. Вот поэтому я и рад, что ты не мой тренер. Значит, эта диета и твои упражнения раскрывают все твои возможности. Абсолютно. И как долго ты простоишь? Вот так. Скажи мне. 5 минут. На столе. Так. И если ты пошевелишь хоть мускулом, я буду звать тебя Осей до конца ночи. Ося? Сокращенно от осла. Сколько прошло? Сколько прошло? Сколько прошло? Мой сын Ося. Спасибо, что заглянули. Все говорят, что делать и что хорошо для тебя. Они не хотят, чтобы ты сам искал ответы на вопросы. Они хотят, чтобы ты поверил их ответам. Дай угадаю. Ты хочешь, чтобы я верил твоим? Нет. Я хочу, чтобы ты перестал искать что-то вне себя и прислушался к тому, что у тебя внутри. Ты типа член какой-то секты, что ли? Люди боятся того, что внутри. А это единственное место, где они могут найти то, что им нужно. Почему ты не спишь? Может быть, от того, что поздно ночью, когда все стихает, и ты лежишь в своей кровати, и вокруг нет никого, кроме тебя, тебе становится страшно. Страшно, потому что ты ощущаешь что-то. Пустоту. Ты сказал мне, что хочешь быть кем-то большим, чем просто парнем, который запрыгивает на кольца и выполняет парочку-другую отработанных трюков. Ты сказал мне, что хочешь быть кем-то, кто использует свой ум и тело так, как большинство никогда бы не осмелилось. И я научу тебя, Дэн, как быть настоящим воином. Боже, как он? Что такое? Кайл неудачно упал. Все нормально, я в порядке.
Она может быть сломана. Нет. Нужен рентген. Нет. Все в порядке, Кайл. Все хорошо, все хорошо. Серьезно, тренер. Я знаю. Не похоже на перелом. Они просто посмотрят и все. Не надо ни на что смотреть. А я сказал, надо. Пойдем. Нужна повязка. Не нужна мне никакая повязка. Всадник сломался, парни. Неудачное падение. Ты не знаешь. Может, просто растяжение. А по-моему, это катастрофа, Томми, малыш. Он наш лучший наездник. Ну и что это нам сулит, м? Тревор, слезай оттуда. Или что? Или тебе этого не хочется? Или у тебя кишка тонка для этого, Милман? Я не тренировался на нем особо. Просто потому, что у тебя только одно большое выступление. Только одно. Властелин колец. Хочешь увидеть, на что я способен? Расслабься. Иди лучше поиграй, малыш. Господи Иисусе, вы же оба видели, как они забрали Кайла. Я имею в виду, боже, что если с ним все кончено? Не надо попрекать меня этим, хорошо? Боже, иди подержи его за руку, если хочешь. Временами я себе не очень нравлюсь. Первая моя мысль была о том, какая выгода из ситуации с Калом для меня. Люди — это не их мысли. Но они думают, что это так, и это приводит их в уныние. Кинь мне тот гаечный ключ. Я не то, что я думаю? Конечно, нет. Пять на восемь. Ум всего лишь рефлекторный орган. Он реагирует на все подряд. Наполняет твою голову миллионом случайных мыслей каждый день. И ни одна из этих мыслей не раскроет тебе большего, чем сделает эта веснушка на кончике твоего носа. Удари меня. Что? Ты что делаешь? Давай. $10, если ты сможешь хлопнуть меня по щеке. Давай, попробуй. Прекрати, приятель. Я не хочу бить тебя. Ты не хочешь бить меня? Не хочу ушибить тебя. Тогда, я полагаю, мне просто придется продолжать тебя шлепать. Ты заметил, каким эффективным может быть правильное воздействие? Если я скажу тебе, в чем заключаются твои тренировки и даже твоя жизнь. Развитие мудрости, чтобы приложить нужное усилие в нужное месте, в нужное время. Выбрось мусор. Ты сам выбрось мусор. Мусор прямо здесь. Это первая часть твоего обучения. Научиться выбрасывать все лишнее отсюда. Как? Встретимся завтра. На кампусе. Мост на земляничной реке. Ты куда? А ты куда? Тренировка на коне. Забыл. Меньше, чем через час. Эй, подожди. Пусть меня дождутся, хорошо? Что? Сак! Сак! Эй, послушай. Я совершенно об этом забыл. Еще эта штука на тренировке. Это очень важно. Можем побыстрее? Конечно.
Эй! Эй! Я с тобой говорю! Да что с тобой, а? Ты же сказал, что спешишь. Ты столкнул меня с моста. Я очистил твой ум. Ты что? Я очистил. Нет, ты нет, ты столкнул меня в реку. А во время падения скажи мне, Дэн, о чем ты думал? Я не знаю. Ты думал о занятиях? Нет. О покупках? Нет. О той вещи, из-за которой так спешил? Нет, я... Настоящие. Полностью, 100% отдаться переживанию. У тебя даже слово было для этого. Ты с ума сошел, ты знаешь об этом? Для этого надо тренироваться всю жизнь. Мы хотим, чтобы ты тоже сошел с ума, Дэн. Что это было? Какой-то приемчик из боевых искусств? Я не успел заметить. Ты не обратил внимания. И даже сейчас не обращаешь. Твой ум снова наполнен. Ты пропускаешь все, что происходит. Ничего не происходит. Всегда что-нибудь происходит. Выброси мусор, Дэн. Мусор — это все, что скрывает от тебя единственное, имеющее смысл. Этот момент. Здесь. Сейчас. А когда ты будешь здесь и сейчас... Ты удивишься тому, что ты можешь делать, и как ты это можешь делать. Пока не станет известно больше локали, нам необходимо его заменить. Итак, кто хочет попробовать, пусть пробует. Где Милман? Хорошо, а кто следующий? Трев? Вы же знаете, тренер, я суеверный. Я буду последним. Я пойду. Хорошо.
Милман? Откуда, черт подери, это взялось? Так, если бы ты там был, тебе бы это точно понравилось. Я использовал твой трюк. Я использовал твой трюк с умом, и он полностью сработал. Просто супер. Это не трюк. Да ладно. Как бы это ни было, я это использовал. Я выбросил весь этот мусор про Трева. Ну, Трев — это парень, с которым я постоянно соперничаю. Ты должен был им не верить, я его раздавил. Знаешь... Меня совершенно не волновало, что произошло, что происходит, что могло бы произойти. Я просто забрался туда и очистил свой ум. И я был безупречен. Послушай, я спрыгнул на обе ноги, хорошо? Я сделаю все, что скажешь. Никакого пива, ни мяса, ни девочек, нет проблем. И как долго ты оставался таким чистым и безупречным? Я раздавил этого парня, ты должен был видеть меня. Ты в прошлом. Злорадствуешь. Ты не живешь в настоящем. Ты ничему не научился. Иди домой. На сегодня тренировка окончена. Подожди. Подожди минуту. Иди домой, я сказал. Эй, Дэн. Зачем мы торчим наверху? Мы можем с легкостью убиться. Я надеялся, ты мне скажешь. Боже, зачем я стараюсь? Я никогда не сделаю этого. Папа был прав. И он будет прав, если я не найду способ сделать это. Я не прощу себе, если я не сделаю этого. Где, черт подери, этот Милман? Слишком хорош, чтобы показаться на тренировке. Как управляться с этими детьми? Что им сказать? Они говорят?
Но губы у них не шевелятся. О, я им не мать. Я их тренер. Тренер думает, что я ничего не стою. Я бесполезен. Я никчемный кусок дерьма. И Милман всегда будет лучше меня. Я что, читаю их мысли? Может быть, ты просто никогда к ним раньше не прислушивался. У меня осталось 4 для квалификации. Нужно достать новые маты. Я не осилю 2 двойных. Я не могу сделать это. Я просто никчемный кусок дерьма. Я не могу сделать это. Я никчемный кусок дерьма. Наверное, это ты делаешь? Или я с ума просто сошел? Иногда просто необходимо сойти с ума, чтобы прийти в чувство. Милман! Самое время тебе показаться. Спасибо, что пришел. Иди домой, я сказал. Что ты только что сделал со мной? Ты должен быть сильным, если собираешься сделать это, Дэн. Что ты сделал? Там, куда я тебя возьму, некоторые вещи, которые я покажу тебе, тебе понадобится сила. И тебе нужно доверять мне. Короче, пингвин ехал на мопеде по тундре, у него мопед заглох, бензин кончился, он давай его толкать к заправке. Толкал километров 30, наверное. Когда видит тут заправочная станция, раз, а там тюлень-заправщик, говорит, чувак, можно мне, говорит, капельку бензина в бак? А тут, говорит, ха, может тебе шинку пукнуть? Привет, Томми. Привет, Трэв. А что случилось с вечно жующим кроликом, Дэн? Ну ладно, вот еще один. Мужик, утка и пышногрудая монашка заходят в бар. Значит, старик действительно прыгнул. Он действительно высоко прыгнул. И? Если я буду делать то, что он говорит... Он скажет, как это сделал. Подожди-ка. Он тебя тренирует, что ли? Нет. Так что он с тобой делает? Ты похож на развалину. Не знаю. Я не знаю, что он со мной делает. Тебе лучше держаться от него подальше, Милман. У нас квалификация через месяц. А ты дерьмово выглядишь, брат. Эй! Джой, да? Угу. Хочу поговорить о нашем общем друге. Сократе? Если он не сказал тебе, как его зовут, и я не скажу. Да, почему он не сказал? Я имею в виду, я же ничего о нем не знаю. Не, серьезно. Ну хорошо, ведь он должен сделать меня сильнее, а жизнь лучше. А все наоборот. Что он делает? Что тебя беспокоит? Я просто хочу знать, с кем имею дело.
Давай, давай. Плотнее. Держи их плотнее. Дэнни! Нет, ты дрожишь. Ты трясешься. Какого черта ты там наверху делаешь? Что-то я сегодня выдохся. О, выдохся. Хорошо, значит, ты, черт подери, выдохся. Сначала ты мечтаешь на коне, а теперь едва можешь стоять прямо. А? В следующий раз, когда устанешь, пойди подремай. Вместо тренировки. Айк, твои ключи? Хорошо. Воин? Ну, как у нас дела? Как у меня дела? Я устал, я голоден, я хочу секса. А у тебя как дела? Мне нужны ответы этой ночью. Мне нужно знать, что вот это, куда это все ведет. Хочу знать прямо сейчас. Я имею в виду, что это за воин такой, который сидит и оттирает пол в туалете? Когда ты становишься воином, ты учишься медитировать над каждым действием. Оттиранием туалетов? Отпусканием своих привязанностей. Вроде твоей гордости. Твоих склонностей. Да? Ну, назови хотя бы одну вещь, к которой я склонен. Болтовня. Особенно перебивание. Вера, что знаешь все, хотя не знаешь ничего. Ты действительно думаешь, что это может расширить мою осведомленность во всем? Моя игра кончена. Мой тренер думает, что я сижу на наркотиках, а я думаю... У меня нет на тебя времени сейчас. Сейчас это все, что у тебя есть, Ося. Ты только что опять назвал меня ослом? Потому что мне действительно интересно, как кто-то с такой жизнью, как у тебя, пытается меня чему-то научить. Я имею в виду, ты действительно счастлив? Или это как раз тот случай, когда ты сам из себя ничего не представляешь и говоришь, что мир пропащее место, все бессмысленно, довольствуйся меньшим, да? Меньшим, чем что? Меньшим, чем ничего? Я называю тебя Оси, когда ты ведешь себя как осел. Как сейчас, да. Когда ты позволяешь своим эмоциям контролировать себя. Это не эмоции! Это здравый смысл! Знаешь что? Позволь мне сказать тебе одну вещь. Неважно, как там тебя зовут. Когда я получу то, что хочу, я буду счастлив. Отныне, вовеки, как бы там ни было. Как я сказал, так и будет. Потому что я этого добьюсь. Так, Дэнни, замри. Хорошо, вот так, давай. А теперь обратно. Ну вот, Милман, которого я знаю. Ты молодец. Мне это нужно было. Куда-то сбежать. Как и мне. Да, как и тебе. Вы, ребята, в такой прекрасной форме. А если бы я не был в такой прекрасной форме? Если бы я не был в команде гимнастов, а был просто обычным парнем, ты бы была со мной? А если бы у меня не было этого тела, ты был бы со мной?
Эй, Милман. Я даже не знаю, что сказать. Эй! Вся команда здесь? Ты приехал на красный свет. Невероятно. Ты должен поправиться, приятель, иначе... Ты ехал на красный. Чью задницу я буду пинать на тренировках? Береги силы, молчи. Дэн. Дэн? Кажется, твои друзья внизу, в буфете. Мне сейчас не нужны друзья. Мне нужно знать, что происходит. Я скажу тебе, но твои родители, наверное... Мне сейчас вообще никто не нужен. У меня нога в гипсе. Когда его снимут? Твоя нога не просто сломана, Дэн. Она разбита. Твое бедро раздроблено на 17 кусочков. Мы их собрали на стальном стержне, который ставили тебе вместо кости. Сколько времени нужно, чтобы это прошло? Это не пройдет. Нужно еще несколько месяцев, чтобы ты начал восстанавливаться. Поговори со своим физиотерапевтом. И приложив определенные усилия, я уверен, что ты в конце концов снова сможешь ходить. Возможно, сейчас это звучит как-то не так, но... принимая во внимание все, что случилось, я бы сказал, что ты весьма везучий молодой человек. Эй, незнакомец. Привет. Слышала, тебя выписали. Как ты? Все нормально. Я думала о тебе. Правда? Дай мне кое-что попробовать. Теплые руки. Действительно теплые. Ты когда-нибудь слышал об исцеляющем прикосновении?
Нет. Но сейчас я могу поверить во все, что угодно. Я не заигрываю с тобой, Дэн. А разве ты не должна лечить мою ногу вместо груди? Может быть, я не думаю, что твоя нога — это единственное, что разбито. Я понимаю, тебе сейчас нелегко. Не застревай в этом. А как там старик? Спроси его сам. Он спрашивал обо мне? Это не очень. Это прозвучало как будто... Это звучит как будто ты по нему скучаешь. Ты знаешь, он навещал тебя в больнице. Увидимся. Эй, тренер. Мелан. Рад тебя видеть, парень. Кажется, твои плечи немного поправились. Ну, пока что я могу делать не так уж много упражнений. Да. Врачи так не думают, но скоро я избавлюсь от гипса, и тогда я вернусь. Прислушайся к ним. У меня есть сумасшедшая мысль. Конечно, я пропустил третий раунд. Я не смогу этого исправить. Как насчет финальной квалификации? Дэн. Это не до следующего падения. У меня еще 8 месяцев. И что ты сделаешь за эти 8 месяцев? Я уже подал петицию в Олимпийский комитет. Дэн, надо быть реалистом. А что, если я вернусь? А? Если я вернусь и стану таким, как был, вы возьмете меня в команду? Конечно, Дэн, но посмотри на себя. Ради бога, у тебя в ноге кусок металла. Больше не верите в меня? Я не перестал верить в тебя, Дэн. Тогда, пожалуйста, услышьте меня. Дэн! Доктора сказали мне, что говорить просто не о чем. Ты никогда не сможешь соревноваться.
боже, Милман! Что там такое происходит? Давай, Дэн, открой мне дверь! Ну же! Милман! Чего тебе нужно? Никто не остановит меня, уходи. Я пришел не для того, чтобы остановить тебя. Думаешь, я не сделаю этого? Потому что я ничего не боюсь. Не этого. А как насчет этого? Или этого? Посмотри на себя. Цепляешься за свою драгоценную жизнь. Боишься упасть. Так что я тебе скажу? Падай! Ты ведь не сдаешься, правда? Ты ведь потерял уже все. За что вообще? Ты держишься. Скажи, а? Это ты, да? То, что я должен отпустить. Ты знаешь, что ты делаешь? Нет. Ты знаешь, кто ты? Без меня! Нет. Так что ты делаешь?
газ. И еще раз. Я не знаю, что теперь делать. Первое осознание воина. Что это? Незнание. Что со мной происходит? Я же не плачу. Вообще-то да. Мне так стыдно. Эмоции так же естественны, как приходящая погода. Что ты будешь делать, если не сможешь делать то, ради чего родился? У всего есть смысл, Дэн. Даже у этого. И ты должен постичь его. Газ. Теперь твои тренировки сместятся в новое русло. Русло, где ты найдешь все ответы внутри себя. Этот старый плимут. Посиди на нем, пока не осознаю что-нибудь ценное. И все? Я не буду слушать до тех пор, пока у тебя не появится внутренний опыт. Это все? Как дела? Хорошо. Хорошо. Злость, ненависть, насилие — это все просто страх. Страх, а вовсе не деньги. Корень всех зол. Теория хаоса правильна. Кроме того, что хаос совсем не хаотичен, а полностью контролируем. Если я одолжил кому-то 20 баксов, а после никогда его больше не видел, это, наверное, того стоило. Когда делаешь бутерброд с ореховым маслом и желе, вначале мажешь масло, а не желе, на верхнюю половинку хлеба. Люди, которых трудно полюбить, как раз больше всего нуждаются в любви. Thank you.
Вот. Большое спасибо. Всегда что-нибудь да происходит. Не бывает обычных моментов. Да. С возвращением. Ты что, разыгрываешь меня? Это же не другой взгляд, нет? Потому что я не понимаю, что происходит. Да что ты делаешь? Что-то не так? Мы же этого больше не делаем. Знаем что-то лучше. Мы лучше всех, кто не знает того, что мы знаем. Или той жизни, которую мы ведем. Ты это имел в виду? Ну, не лучше, наверное. Умнее. Не бывает лучше. Ты никогда не будешь лучше. Как и никогда не будешь хуже, чем кто бы то ни было. Привычка — вот проблема. Все, что тебе нужно, — это быть осознанным в своем выборе и ответственным за свои действия. И поэтому из всех людей ты выбрал именно меня? Ты Дэн льстишь себе. Ты выбрал меня. Почему я должен тебе верить? Ты же учил меня слушать только свою интуицию. Откуда ты знаешь, что я не твоя интуиция, говорящая с тобой прямо сейчас? Это значит, я примирился с тобой? Не шути со мной так. У всего есть что? У всякого действия есть своя награда и своя цена. Осознавая это, воин становится практичным и ответственным за свои действия. Кажется, с тем парнем не все в порядке, чувак. О, вы, наверное, шутите. Ваши деньги, парни. Мы не те парни для всего этого дерьма, ребята. Небольшие усилия в нужное время в нужном месте. Теперь ты. Давай не будем усложнять, все умные. Спасибо и спокойной ночи. А вы не забыли наши часы? И вот теперь ты им покажешь, верно? Или точнее сказать, часы Дэна, потому что у меня их нет. Давай. Спасибо, старик. Оу, да на вас легкие куртки. Что ты сказал? Я не возьму твою куртку. Это хорошая куртка. С теплой подкладкой. Я возьму. Хорошая куртка. Ты. У тебя вроде размер Дэна.
Какой твой размер обуви, Дэн? Ты шутишь? Господи, Са, как далеко это может зайти? Они могли убить нас! Они могли убить нас! Ты запросто мог отпинать их чертовы задницы. А вместо этого нас теперь могут забрать за неприличный вид. Ты думаешь, это смешно? Не, серьезно, тебе смешно? Ты мог легко уложить каждого из этих парней. Скажи мне, о чем ты в этот момент думал? Люди, которых трудно полюбить, больше всего в этом нуждаются. Знание этого еще не мудрость. Мудрость — это применение знаний. Они могли убить нас. Это трансформация. Смерть? Да, немного серьезнее, чем переходный возраст, но ничего такого, из-за чего стоило бы расстраиваться. О чем ты вообще говоришь? Смерть вовсе не печальна. Печально то, что многие люди вообще не живут. Это два двойных? Нет, это полный оборот с двойным. А мне нужно сделать из него два двойных. А ты как? Первый день без вспомогательных колесиков. Ни костылей, ни палок. Я просто пришел сказать, что... я не всегда был хорошим другом. Это факт. Я не могу вспомнить, чтобы я вообще был хорошим другом. Это глупо, да? Но что поделаешь, мы постоянно соревнуемся друг с другом. В любом случае, я пришел, чтобы сказать, что... Трев, ты слышал? Милман что, извиняется? Так и да. О боже, кажется, ему плохо. Мы его теряем. Ему плохо, плохо. Медик! Носилки быстрее! Разряд! Разряд! О боже, забери меня вместо него! О нет! Я принимал как должное все, что мог делать. Я не ценил свою жизнь. Я испуган, но... чувствую, что должен избавиться от всего этого старья. Думаю, это было бы правильно. Когда тебе страшно... используй меч. Возьми его и поруби свой ум на ленточки. Проруби сквозь все эти сожаления и страхи. И через все, что живет в прошлом и будущем. Хотел бы это сделать. Я думаю, я готов. Готов к чему? Посвятить свою жизнь высшей цели. Действительно? Служить другим, верно? Сейчас я — это я. И я сделаю все, что ты считаешь нужным. Хорошо. Хорошо. Я думаю, что ты должен продолжить свои занятия, Дэн. Воин не оставляет того, что он любит, Дэн. Он находит любовь в том, что делает? Посмотри на меня! Посмотри на меня! У меня металлический пруд в моей ноге. Воин не имеет отношения к совершенству или победе, или неуязвимости. Он полностью уязвим. Это единственная настоящая храбрость. Ну как, по-твоему, я могу тренироваться, а? Я только после аварии. Авария — это твоя тренировка. Жизнь — это выбор. Ты можешь выбрать, быть жертвой или тем, кем пожелаешь. Игнорировать все, что произошло. Воин действует, а глупец протестует. А если я не смогу этого? Это будущее. Отбрось его. А как мы начнем? Нет начала или конца. Только действие. Я хочу показать тебе что-то.
Когда ты это все сделал? Пока ты лежал в больнице. Пока я что? Вот теперь мы можем начать работать. Да ни за что тебе не поверю. Серьезно, приятель. Ты про эту рыженькую? Не эту рыженькую, а твою рыженькую. Когда это она стала моей рыженькой? Да ты с ней ночь провел. Я уступил ее тебе. О какой рыженьке речь? Сделаем это втроем? Знаешь, ты не в моем вкусе, Милман. А что бы вы, парни, сказали, если бы я сказал, что снова готов забраться на кольца? Ну, я бы сказал, что ты стукнулся головой, а не ногой. Тренер? Это твое? Жди здесь. Оставьте нас на пару минут. Что? Почему? Что происходит? Все нормально. Это уже несколько дней лежит в моем кабинете.
Я просто не думал, что мне когда-нибудь придется отдать это тебе. Олимпийский комитет проголосовал по поводу твоего прошения об участии в финальной квалификации. Я сожалею. Ты подавал прошение в Олимпийский комитет? Они говорили с твоими врачами, у которых нет никаких оснований утверждать, что ты достаточно креп для соревнований. Все так, как он говорит? Нет. Там сказано, они могут изменить свое решение, если увидят признаки улучшения. И я сказал, что сожалею. Вы видели меня? И говорите, что никаких улучшений? Я не хочу видеть человека, который был в гипсе 10 месяцев назад, а теперь старается выполнить тройной переворот. Посмотрите и повторите еще раз. Доктора сказали, что ты можешь провести остаток своих дней в инвалидной коляске. Вы думаете, меня это волнует? Нет, Дэн. Потому что я видел твое эго, как оно едва не убило тебя на этих кольцах раз 100, и я не готов снова увидеть, как это случится на самом деле. И я уже сказал об этом комитету. И они закрыли дело. Вы разуверились во мне. Дэнни, перестань. Вы разуверились во мне. Дэн. Едва ли не все человечество разделяет твои проблемы, Дэн. Если ты не получаешь желаемого, ты страдаешь. И даже если ты получаешь именно то, чего желаешь, ты все равно страдаешь, потому что ты не можешь удерживать это вечно. Он думал, я не способен на это. Неважно. Он не знает, я буду там 100%. Тебе не нужен ни он, ни письмо, чтобы забраться на эти кольца и делать то, что любишь. Да, мне нужно. Я говорю о том, что я хочу забраться туда и выиграть золото, поэтому да, мне нужно. Золото — это стремление. Когда я получу то, что я хочу, я буду счастлив. Разве не так? Это мечта, Сак. Я не думаю, что мечты — это так уж плохо. Ты не уступаешь своим мечтам, Дэн. Ты уступаешь единственному, чего у тебя никогда не было и не будет. Контролю. Прими, что ты не контролируешь то, что может произойти с тобой. Что ты можешь участвовать, а можешь не участвовать в олимпийских соревнованиях. Можешь или не можешь, Дэн. И что ты особенный, в любом случае. Я был готов бросить все это. Но ты стоял здесь. И ты сказал, что хочешь, чтобы я продолжил тренироваться. Я сказал, что воин делает то, что любит. Так это как раз и есть то, что я люблю. Гонка за золотом? Оставаться в страхе, что ты можешь потерпеть неудачу? В этом твоя любовь? Нет, я мечтаю стоять там и выиграть эту штуку. Делать то, ради чего, я думаю, я здесь и есть. Я прыгал на батуте еще до того, как научился ездить на велосипеде. Потому что мне это нравилось. Потому что это было первое, что я был уверен. Я полюбил. Извини. Ладно, извини. Я думал, я сильный, но... Нет. Потому что я действительно пытался бросить все это. Но я не смог.
Завтра утром надень свои горные ботинки. Есть место, куда я хочу отвезти тебя еще с первой ночи, когда ты пришел сюда. Это долгая прогулка. Но я думаю, ты наконец готов увидеть это. Три. В жизни есть всего три правила. И ты уже знаешь их. Парадокс. Юмор и перемены. Парадокс. Жизнь — это тайна. Не трать времени попусту, старайся ее постичь. Юмор. Сохраняй чувство юмора. Особенно в отношении себя самого. Это безграничная сила. Перемены. Зная, ничто не остается прежним. Эй, скажи мне, что мы уже приближаемся, а? Да ладно, Сак. Мы уже 3 часа идем. Мы пришли. Куда? В место, которое я хотел тебе показать. Это что, вид? Здесь, рядом с твоей ногой. Цветок? Нет. Только не это. Камень. В этом камне... В этом камне что-то особенное. Что-то не так? Прекрати, Сак. Это то, что я наконец был готов увидеть. Ну, всю дорогу сюда ты был взволнован и рад. Да, потому что я думал, что увижу нечто особенное. Ты был рад, как ребенок рождественским утром. Ты сам так сказал. Всю дорогу сюда ты чувствовал себя прекрасно. Потому что последние 3 часа я ожидал увидеть эту чудесную штуку. И что изменилось? То, что здесь нет ничего, кроме камня. Пожалуй, мне стоило сказать тебе это перед тем, как мы ушли, да? Но ты знаешь, я не был точно уверен, что именно мы здесь найдем. И никогда не был. Мне жаль, что ты больше несчастлив. Путешествие? Путешествие — вот что приносит нам радость, а не цель. Милман, что ты делаешь? Милман, убери свои руки от мела.
Привет. Готов к большому дню? Да. Уезжаю вечером. Куда направляешься? Просто бегу. С книгой? Вообще-то, я думаю, я хочу поцеловать тебя. Ты что-нибудь скажешь? Удачи завтра. Ты знаешь, я видел нас вместе. Я и ты. Я все время мечтаю об этом. И однажды это сбудется. Эй, я всего лишь хочу сказать тебе. Я действительно думаю, это произойдет. Все может быть. Это твое место, Милман. Ты кто? А ты кто? А где тот парень, который тут работал? Сегодня мой первый день. Нужен бензин, заправляй сам. Эй! Эй, приятель! Алло! Ну и где же твое секретное оружие? Не знаю. В смысле, он исчез? Мы едем дальше, Милман. Он говорил тебе, как забрался на ту крышу? Это не важно. Твердые 9,3 балла получает юный Дэвид Бладгуд и входит в семерку лучших атлетов, соревнующихся сегодня. Соревнования в этом году весьма напряженные. Я не помню, чтобы когда-нибудь выставляли столь высокие оценки. Но они вполне заслужены, Барт. Для тех, кто только что присоединился к нашему эфиру, эти соревнования определят шестерку лучших гимнастов страны, которые представят Соединенные Штаты на Олимпиаде. Хорошо, Милман. Просто обычная программа, которую ты показывал. Никаких тройных переворотов, никакой показухи. Просто будь собой. А мы переходим к претендентам из университета Беркли. Эй. Как ты? Готов? Ты сделал то, что никак не укладывается у нас в головах, ты это знаешь, да? Это какое-то волшебство, Дэнни.
Что бы это ни было, я хочу сказать... Как думаешь? Ты смог бы передать немного этого волшебства мне? Это не волшебство, Томми. Просто избавься от всей этой чепухи в твоей голове, что тебе чего-то не достает. Когда попадешь туда, делай движение ради движения. Не ради золота. Не ради того, что подумает отец. Не ради чего-то еще. Только здесь и сейчас. Но это и есть ради золота. Все, что мы делаем, Дэнни, я хочу сказать, по крайней мере для меня, вся моя жизнь ради этих 20 секунд перед этими судьями, чтобы они дали мне это золото. Знаешь, что подумает отец, если это случится? Как вся моя жизнь изменится после этого? Как все проблемы, связанные с этим, перестанут меня волновать? Я получу все, что хочу. И я буду счастлив. Я был бы счастлив, Дэнни. А теперь, леди и джентльмены, из университета Беркли, Дэн Милман. Сейчас Дэн настоящая неожиданность, Барт, потому что меньше чем 10 месяцев назад он практически разбил свою ногу в автомобильной аварии.
Где ты, Дэн? Здесь. Какое время? Сейчас. Кто ты? Этот момент. Позднее Дэн Милман и команда Беркли выиграли свой первый национальный титул. Дэн Милман стал автором книг, вдохновляющих миллионы людей по всему миру. Ныне со своей женой Джой проживает в Северной Калифорнии. Режиссер Виктор Сальва. Сценарист Кевин Бернхарт. Директор картины Марк Эмин. Продюсеры Ками Винников, Робин Скор и Дэвид Уэлч. По мотивам романа Дэна Милмана «Путь мирного воина». Фильм Марка Эмина. В ролях Ник Нолт, Скотт Мехлович, Мирный воин, Эми Смарт, Тим Дикей, Пол Уэсли, Эштон Холмс, Эгни Брукнер и другие. Фильм озвучен творческим объединением VSTEAM Creative Group в 2008 году.